Уважаемые братья, маленькие примеры приведем из сахабов, какое у них было отношение к своим братьям. Руя анна Умар бин Абдул-Азиз атаху лейлатан дайф, ва кана яктубу факада стираж ядфа, факалат дайф, акуму иля лмисбахи фаслах. То есть к Умару бин Абдул-Азизу, правителю, пришел гость, и когда он писал, уже лампа, уже заканчивалась зейт, заканчивался этот керосин, и чуть ли не потухла лампа. Тогда сказал его гость: давай я схожу и залью туда керосин. Тогда на что ответил Умар ибн Абдул-Азиз: «Лейса мин карамир раджуль ан ястахдима дайфа». Не является гостеприимство мужчины, чтобы он использовал в своих делах, домашних делах своего гостя. «Факал ад-дайф, идан унаббиху аль-гулам». Тогда гость сказал: тогда скажи прислуге, разбуди его. «Факал Умар». Умар сказал: «Иннаха ауаля наумитин намаха фалату наббиху». Поистине, это первая ночь он ночует в моем доме, мой рабочий. Не нужно его будить. وَذَهَبَ بِنَفْسِهِ وَمَلَى الْمِصْبَاحَ زَيْتَ. Сам пошел, сам заполнил эту лампу керосином. وَلَمَّا قَالَ لَهُ ضَيْفُ قُمْتَ أَمْتَ بِنَفْسِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. О, правитель правоверных, это президент, правитель, ты сам пошел, сам залил лампу керосином. На что ответил: قَالَ ذَهَبْتُ وَأَنَا عُمَرُ وَرَجَعْتُ وَأَنَا عُمَرُ. Я когда шел заполнять лампу керосином, я был Умаром. Когда возвращался, я также остался Умаром. وَمَا نَقَصَ مِنِّي شَيْءٍ. И ничего это от меня не избавило, не удалило от меня ничего. وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مُتَوَاضِعًا. И самый наилучший из людей тот, кто скромно себя ведет перед Всевышним. رُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ مِنَ السُّوقِ يَحْمِلُ حَزْمَةَ حَطَبٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ بِالْمَدِينَةِ لِمَرْوَانَ وَيَقُولُ أَوْسِعُوا لِلْأَمِيرِ لِيَمُرَّ وَهُوَ يَحْمِلُ حَزْمَةَ الْحَطَبِ. Абу Хурейра тогда был амиром Медины и на себе нес дрова. И говорил, когда шел: освободите, дайте дорогу амиру, чтобы к тому амиру, который несет на себе дрова. Уруя Умар ибн Хаттаб марра хамил аль-лахм биядихи льюсра ва фи ядихи льюмна аддирра ва хуа амир аль-муслимин ва халитфатум яума идин. Умар ибн Хаттаб нес также в одной руке мясо, в другой руке свою кольчугу, и он был правителем мусульман, то есть не заставлял кого-то, чтобы за него несли. И также Али, радиаллаху анху, нес на себе мясо, нес на себе какие-то продукты. فَلَمَّا اشْتَرَى لَحْمًا فَجَعْلَهُ فِي مَلْحَفَتِهِ فَقِيلَ لَهُ يُحْمَلْ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. И когда он нес на себе вот это мясо, тогда ему сказали сахабы: давай мы возьмем, понесем, о правитель мусульман, о Али, радиаллаху анху. На что сказал он: فَقَالْ لَا أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلْ. Нет, говорит, глава семьи, он в первую очередь должен нести то, что для его семьи. Такие были качества сахабов. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, как передается от Анас бин Малика: «Ин канат аль-амату мин имаби аль-мадина ли та'худу бияди ар-расул, саллаллаху алейхи ва саллям, фатанталику би хайту шаат». Раваху аль-Бухари. То есть не было ни одной старой женщины в Медине, чтобы не взяла она за руку пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шел с ней по их нуждам, куда им нужно было идти. Радаллаху анхум джамиан ва ардах.